239 из всесоюзных олимпиад. Дана бесконечная числовая последовательность АН. Вот. И известно, и про нее известен такой факт, что предел вот такой последовательности равен нулю. Вот. Нужно доказать, что предел последовательности АН тоже равен нулю. Вот. Ну, давайте рассмотрим произвольное эпсилон больше нуля. Вот. Тогда, так как предел такой последовательности равен нулю, значит, для любого действительного числа положительного, ну, допустим, в частности, для эпсилона делить на 4, выполняется следующее. Начиная с какого-то момента? Да. Начиная с какого-то момента, там, АК, АК плюс 1, все вот такие выражения не превосходят... По модулю? По модулю эпсилона делить на 4. Отлично, напишите, если можно. АН плюс первое минус АНное пополам будет меньше, чем эпсилон разделить на 4 при N больше или равном K. Это просто определение предела. Да. Вот, такое K есть. Вот. И докажем тогда, что с некоторого момента у нас в последовательности АН будут только члены, которые меньше эпсилона. Тогда задача будет решена. Конечно. Ну, по модулю меньше эпсилона имеет. Вот. Ну, заметьте, ну вот посмотрим вот на это выражение. Тогда у нас АН плюс первое принадлежит следующему отрезку. От АН пополам минус эпсилон делить на 4 до АН пополам минус эпсилон делить на 4. Даже интервалу, но это не важно, да? Ну, интервалу, да. А, вот. И теперь... Если предположить, что АН плюс 1 меньше эпсилон, а если АН меньше эпсилон, тогда у нас и АН плюс 1 тоже будет меньше эпсилон по модулю. Да, то есть если хоть какое-нибудь число стало меньше, чем эпсилон, то и да, то все остальные тоже. Отлично. Вот, ну, вот из этого это понятно, наверное. То есть не больше 3/4 даже этого числа. Да, даже не больше, чем 3/4, да. А если же АН плюс 1... Если АН больше эпсилон, тогда АН плюс первое меньше либо равно, строго меньше, чем 3/4 АН. То есть, если число большое, то оно довольно сильно уменьшается. Оно умножается на 3/4, да, даже еще больше. Да, это правда. Вот. Ну как это можно доказать? Ну, допустим, что число положительное. Но для отрицательного будет то же самое. Потому что, ну, вот эти знаки у нас. Да. Тогда вот посмотрим его верхнюю границу. Вот она. Значит, если... Нет, понятно, оно уменьшилось минимум на эпсилон пополам, да. А добавиться к нему может там... Ну, хорошо, выпишите все неравенства на всякий случай, да. Дело в том, что эпсилон делить на 4 у нас тогда будет меньше, чем АН делить на 4. А значит, АН плюс 1 у нас меньше, чем... АН пополам. Временно считаем, что H положительные числа. Эпсилон делить на 4, и значит меньше, чем АН пополам плюс АН делить на 4. А это и есть 3/4 АН. Если мы каждый раз число домножаем на 3/4 или еще меньше, тогда ясно, что эта последовательность в конце концов сойдется. Нет, в какой-то момент они вынуждены будут стать меньше эпсилона. И в этот момент, что домножение на 3/4 прекратится, но мы уже победили. И так можно сделать для любого эпсилона. Если АН у нас меньше, либо равно эпсилону, мы уже доказали, что все хорошо. Да, понятно, это случай понятен. Ну а значит, если АН больше эпсилона, тогда вот это выполняется. А, все. То его уменьшат. Да. И потом тебя еще уменьшит такое число. Ты просто рассматриваешь верхнюю границу и говоришь, что уменьшается. Да, слушайте, Андрей, потому что это очень если важно. Число, то еще раз сюда рассматриваем. Лучше да. Итак, дана последовательность АН. И про нее известно, что предел вот этого выражения равен нулю при N стремящемся к бесконечности. Докажем тогда, что предел этой последовательности тоже равен нулю. Вот. Рассмотрим какой-нибудь эпсилон больше нуля. Вот, для него докажем, что с некоторого момента все члены этой последовательности будут по модулю не превосходить эпсилон. Вот.
Ну теперь смотрите, что означает вот это? Это означает, что для любого положительного числа вот эта разность с некоторого момента перестает превосходить это число по модулю. Так как для любого положительного веру можно взять, например, эпсилон делить на 4. Ну пока что все понятно? Конечно. Вот. Эпсилон делить на 4. Значит. При всех достаточно больших n выполняется вот то неравенство. При всех достаточно больших n выполняется вот это неравенство. Отлично. Из него следует, что а n плюс 1 принадлежит вот такому интервалу. Начиная с k. Да, если а n плюс 1 отличается от а n пополам не больше, чем на эпсилон делить на 4, значит вот это выполняется. Конечно. Вот. И теперь рассмотрим два случая, когда АН меньше либо равно эпсилон, и когда АН больше. По модулю только. По модулю, да. Поставьте там модули. Вот, если АН меньше либо равно эпсилон, тогда АН плюс 1 тоже меньше либо равно эпсилон по модулю. Потому что... Ну даже на самом деле эпсилон умножить на 3 четверти... Нет. А, ну да. Но это не имеет значения для нас. Да. Мы просто посмотрим сюда. Оно не превосходит 3 четверти эпсилон и не меньше минус 3 четверти эпсилон. Да, конечно, конечно. Вот. Это значит, что если у нас встретилось в последовательности число, которое не больше эпсилон, по модулю. Да, по модулю, после катого, то так будет навсегда. Так будет навсегда, и, соответственно, уже все доказано. Вот. Но теперь докажем, что такое встретиться. Пусть а n больше эпсилон. Тогда эпсилон делить на 4 меньше, чем а n делить на 4. Модуль. По модулю, да. Вот. Тогда а n плюс 1 по модулю меньше. То же самое модуль, да? Меньше, чем а n модуль а n пополам плюс эпсилон делить на 4. Вот опять и опять делить. Модуль там дальше. Да. И значит, это меньше, чем... Да. А это 3 четвертых модуля n. Ну вот. Это значит, что у нас последовательность выглядит так. А n после этого 3 четверти или меньше. То есть у нас а n плюс 1 будет меньше либо равно 3 четверти. То есть каждый раз минимум на 25% число уменьшается. Да. А как известно, когда вы на 3 четвертых умножаете, число становится меньше по модулю. И рано или поздно оно станет меньше эпсилон. Когда оно станет меньше эпсилон, дальше уже все будут меньше эпсилон, как мы уже доказали. И, соответственно, ну так можно сделать для любого эпсилона, соответственно, предел последовательности АН равен нулю. Спасибо. По определению. Спасибо, отлично.